Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Я вам 3 призычань. В этом году 12 исполнится. Шапте. Мне 10 лет. Он спазыч. Опта. 2 призычань. Ам 3 призычань. Расскажи, почему именно гитара? Я просто хочу быть в музыке и что-то создавать свое вот музыкальное. А там уже дальше пойдет, это уже потом. Я поначалу начал сам учиться. Мне большая часть была непонятна, там вот как простейшие бои играть, и как что с ритмом делать, и как правильно куда что ставить. У меня были вопросы, на которые я не мог просто найти ответ. Звук гитары меня успокаивает, как сказать, и очень нравится. Pentru că îmi place mult chitara cum sună și mai mult văd cântece, adică îmi plăcea mai mult de chitară cântece. У меня с детства была мечта выступать на сценах на гитаре именно. Меня мама с детства учила и водила на многие концерты. У меня хороший голос был, и я пела, я не боюсь публики. Ну, потому что я начал слушать музыку, в которой очень много гитары, и вообще гитара на гитаре держалась та музыка, и я решил попробовать. Инициала меня цкантала укулеле, да, дупа астами плакут мулт, кум суна гитара. Кам плекам на орашку приедене со кярку фамилия, vedeam foarte mulți chitariști care cântau și la electric și la acustic și faptul că acesta că foarte mulți cântau și totodată aveau ceva experiență m-a atras pe mine și m-am decis să mă înscriu la o școală de muzică. Pentru că este un bun instrument. Там есть красивые мелодии, можно играть на нем всегда, где угодно. Его можно еще носить. Mi s-a părut cel mai simplu instrument și că eu m-a cucerit. A как давно ты играешь? 2 ani. Cam de mult, cred că din septembrie ori octombrie. De 2 luni. Da, ukulele? De vreo 5 zile. De vreo jumătate de an. Ну, я учусь уже как 3 года, но начал серьезно прямо этим учиться 2 года назад. Начапут держал лун, скант. Где луна? Где-то 3 месяца. Акустика, ну, есть и дар деспре инструменте, и деспре эмоции, сентименте, релации, которые се креаза între элев. Iar profesorii nu sunt numai mentori în muzică, sunt și prieteni care creează acel flux de energie pozitivă de care cu toții avem nevoie. Наша цель вообще, когда мы открывали школу, была посодействовать как-то росту человечества. Мы сели и подумали, что мы умеем и чем мы можем быть полезны обществу. И мы поняли, что из наших умений, как артистов, музыкантов, большое количество времени затратили на то, чтобы к нам пришел опыт, который в свою очередь превратился в качество. То есть количество превратилось в качество. И мы пытаемся дать это качество в самой простой разжеванной форме. Am înțeles că noi vrem să facem oamenii mult mai fericiți, cu un interior mai богат. Și plus la asta eu am o dorință. Eu doresc Chișinău să devină cel mai muzical oraș din lume. Nimeni nu spune că asta o să fie azi, mâine. Pentru asta trebuie ani de zile. Pentru asta trebuie foarte mult efort, multă dorință, mult timp oferit și a elevilor care studiază oricare instrument, nu spun doar de chitară. Pentru că chiar și aceeași voce, asta tot e un instrument muzical, de care nu toți pot folosi. Pentru asta este nevoie băieți tineri, cum sunt eu, cum este Mihai, să oferim timp pentru aceea, să investim timp în copii sau maturi, nu contează, pentru a le da informația și a le da informația corectă, să nu fie prea multă informație sau să nu fie informație inutilă. Dar de la elevi sau persoane care desinstător încearcă să practice muzică în oricare instrument, oricare domeniu a muzicii, de la ei este nevoie de timp oferit. Есть ли какие-то особенности при обучении детей музыке? Может быть, заменить какую-то сложную терминологию на более простые слова. И
конечном итоге мы можем назвать аккорд АМ красивеньким, и, там ДМ или там Ре минор, мы его можем назвать желтеньким, допустим. И так и общаться между собой. Поставь красивенький аккорд, поставь желтенький, там, поставь Игоря, допустим. И это работает, это действительно работает. На он момент, туди вику дынший, он приятен. Ту он следч, кари скопулу иде вини студия за инструменту эста. Плюс ласта, но и ферим ашао посибилитате для леджи кынтику, кари и плач купил. А учиться музыке могут только молодые люди? Или не имеет значения? Сигур, ту пацан ваца шла шайзеч дяня, и че лимита де вырстану есть. Есть он стереотип де факт, ка я ну ама уз музыкал для аста, ну пац кэнт. Ну, ту пац аста сэн вец механик. Ка машина, аре ум программ, ори кари. Ша аста осуни дестул де фрумос. Дак с нерен тарчим ла капитул де вырста, я он экземплу ам, ла мини ла ори вини он тата шум фил. Și asta e foarte plăcut. Ei merg într-un grup, învață unii și ele își cânti. Acasă, la fel, după cum ei spun, ei se ocupă împreună. Ei se închid în cameră, lasă fetele deoparte și exersează. Băiatul este destul de mic și el reușește foarte mult, pentru că el, în primul rând, este entuziasmat foarte, plăcut așa să mă uit la el, cum el crește. Și plus la asta vine susținere de la tătic, adică în ziua de azi, cu părere de bine sau de rău, nu știu, măturii, părinții au nevoie de a lucra foarte mult. Foarte mult timp investesc în lucru. Și când apare o ocazie de a petrece timpul cu copilul său, să facă ceva comun și ceva interesant, ceva ce aduce progres, eu cred că asta e un beneficiu enorm. Всем стоит играть, абсолютно всем. Пытаемся не только научить людей играть, пытаемся сделать так, чтобы они социализировались друг с другом. То есть примерно раз в полтора-два месяца мы делаем концерт, небольшое выступление, здесь же у нас в школе, где ученики сталкиваются со своими первыми выступлениями. Они сталкиваются с моментом стресса. Феноменальные шутки, молодцы! Это все они, это не мы. Молодцы! Ой, ребята, честно, я в шоке. Я не знаю. Не, ну я знала, что он ходит на гитару, что он три раза в неделю приходит, что-то изучает, какие-то А, Б, Б, В. Я, честно, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но когда я сегодня увидела, что он поет, ребят, честно, вы сделали такое. Честно, вы молодцы. Я, честно говоря, в легком шоковом состоянии, потому что когда ребенок начинает еще дополнительно заниматься какими-либо занятиями, да, вне классными, да, мне казалось, что он устает и будет какая-то легкая неуспеваемость в школе. Ребят, вы делаете феноменальные вещи, честно. Во-первых, он успевает в перемены делать уроки, он умудряется в перерывах между занятием гитарой тоже учить, даже во время транспорта он тоже учит. И если делать сравнение с тем, как он раньше занимался и как он сейчас занимается в школе, я не вижу разницы. Но есть одно но. Он стал более востребованным на различных школьных мероприятиях, это раз. Он стал более лаконичен, да? Он более артистичен стал с вами. Вот я это заметила, по крайней мере, с сентября месяца это очень заметно. А вот и первый урок. Ульян, мама потом тебя здесь снимет, потом будешь аккорд вспоминать первый урок твой. А. Хорошо? Когда хорошо, ты меняешь аккорд, очень важно сделать так, чтобы... И раз, и два, и... Три и четыре меняй и раз. Относительно некоторых вещей он вообще поменялся, ребят. У него стало такое мировоззрение какое-то более богатое, более глубокое. Он по-другому стал рассуждать. Он начал говорить о том, что есть дети не совсем простые,
а они все какие-то талантливые. А я спрашиваю, это ты про кого? Ты про себя, либо про твою сестру? Он говорит, мам, это такое количество талантливых детей существует, о котором родители даже не знают. Вот, допустим, к нам пришел ученик, он просто молодчинка. Его способности были, на первый взгляд, я уточняю, на первый взгляд его способности казались малыми. То есть он на первый взгляд казалось, что он не справится. Но на втором же, даже первое, конец первого занятия, начало второго занятия уже так далее, парень проявил себя настолько усердно, настолько качественно, что это действительно удивляет, действительно феномен. На первый взгляд он казался простым парнем, то есть, но сейчас я вижу в нем феномена. То есть, и я очень горжусь тем, что в какой-то момент он станет мастером своего дела. Человек, который поспособствовал его мастерству, это, ну, я. И это очень приятно. Изменился ли ваш ребенок, начав заниматься музыкой? Да, я и Андрей в те эфиры, аша моя артистика и плачу, чи ține de креатика, de 3 ani faci pictura și cumva, adică eu cred că muzica pentru dânsa e un loc unde se retrage, unde este ea și muzica. Copilul meu, desigur că a căpătat mai multă încredere în sine, venind la chitară și formând o relație de prietenie cu profesorul său. Alvean, он стал более благоразумным, более ответственным. Какие разные ученики, разные интересы и разные инструменты. Имеет ли это значение? Foarte mult contează dacă să vorbim despre alegerea unui instrument. Noi putem procura oricare instrument de oricare bani. Dacă instrumentul ție nu-ți place, evident că tu mai puțin timp o să oferi cu instrumentul în mână. Și de asta, în exemplu, eu mai am încă un elev cărui nu-i plăcea cum arată instrumentul lui. Și el s-a adresat la un pictor să-i facă un design individual, așa să-i spunem, să coloreze chitara. Și din timpul când i s-a întors instrumentul deja gata făcut cu așa un custom, să-i spunem, băiatul ăla cântă și la 2 de noapte. El se antrenează mult mai mult decât a fost în trecut. Foarte mult contează într-adevăr dacă îți place instrumentul, cum arată, cât e de comod sau nu îți place. Eu știu că tu i-ai dat художнику твою гитару, щоб її розрисували. Да? Смотри, що у мене для тебе є. Вау, круто. Она тебе так больше нравится сейчас? Да. Это здорово. Спасибо. Теперь я думал, что ты будешь играть еще чаще. Да. Спасибо, художник. Мы передадим обязательно. Мое мнение, что, во-первых, инструмент человеку должен нравиться визуально. Его цвет, его форма. Благо, очень много инструментов гитар, конкретно гитар разных форм, разных размеров, с разным количеством струн. Есть как шестиструнные, семиструнные, восьмиструнные, двенадцатиструнные, кастомные какие-то инструменты, у которых там 24 струны. Ну, YouTube полон таких инструментов. Можно при желании посмотреть. А какая музыка нравится тебе? Он даже не гитарист, у него просто есть как бы группа, и он, то есть, на разных инструментах играет. Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело». Не все нравятся. Каждый играет по-своему. Мама инспирада ла о труп. Дела Металлика. Металлика. Де че план китарили, драгостя динте и шеостя. Ну, у меня гитаристов любимых много, но первые мои кумиры были Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет из Металлики. Допустим, Дэйв Мастейн из Мегадеф, и он тоже был в Металлике. Потом Чак Шолдинер, он из Дев. Трупа моя преферата есть Нирвана. Фарты мультиканчик у нас для электрика, для частой формации. У тебя есть пожелания для начинающих? Са, ну и фи фрика, как ну себя прими, не миг. Са, инчерчик, мой мультистилер, где музыка. Ши, с кредом проприли фарти. Să-i placă și să muncească. Să fac cât mai multe lecții de chitară. Sunt sigur că profesorii îți vor arăta cum
să cânti în locuri publice sau cum să înveți alte cântece de pe internet? Să fac asta din dorință și pasiune, să aibă concentrație maximă la lecție și succesul va veni cu multă exersare. Muzica este nu doar zvuki. Este nașa жизнь, наши emoții și наши мечты. Как вода, она может принимать любую форму и заполнять любое пространство, но при этом оставаться всегда неповторимой и уникальной. Мы верим, что музыка — это не только красивые звуки, но и способ объединить людей, расширить нашу культурную грамотность и сделать мир лучше.